Сегодня мы идем смотреть морских животных. И вы увидите морских звезд, морских тараканов, может быть, морских ежов. Ежей. Морских кого? Звезд. Огурцов. Звезд. Динозавров. И динозавров, конечно же. А где мы находимся? Мы находимся на Маврикии. А так здесь. На рифе. На рифе коралловом. Держи, ежи. Ежи. Правда, здесь бывают волны, а ты в кроссовках. Да. Сашкин, пойдем, я знаю место, где сразу много зверей. Это такие смешные морские водоросли, которые сделаны из маленьких ниточек. Вон они. Да, это такие смешные прыгающие рыбы, они вообще плачут, куда хотят за секунду будут смотреть. Еще копать умеют, они вообще не супер. Ого, офигеть. Сколько их тут много. А это кто такой? Где? Вот это, волосатые. Какие-то тоже товарищи. Они вот, может, пошевелятся, они же живые. Сколько здесь звезд морских? Что мы здесь? А она еще прицепливается? Да, снимать? Она прицепливается, она ловит всех, кто к ней прицепливается. Она меня кушает. То есть, подожди, она работает как актиния, так понимаешь? Типа того. А вон морской. Где? Он там вчера жил. Да. Да. А ты знаешь, что будет, если огурца достать из воды? Что? Он превращается в морской носок. Серьезно? Посмотри, потрогай одну. Потрогай вот эту звезду. Она да не бойся. Ну и что? Она меня ловит. Как она круто ловит. Она меня схватила, своими ручонками? И не отпускает? Подожди. Не хочет отпускать. Ну-ка. А ты, да, хай-файв. Не могу. Мне палец забрали. Чего такое? Ты застрял? Полосатый. Ты застрял? Черт. Доставай его, покажи его. Он сразу воду из него вода выльется. Серьезно? И он станет. Ага, и он станет морским носком. Давай, доставай его сюда. Достал. Ну покажи его. Что это такое? Из него вода вылилась. А если его обратно. Да, он стал не менее упругим, когда я его вытащил. Он вот. Потом пописываю. Подожди, я хочу сюда залезть. Здесь они все черные, а здесь бывают, значит, и фиолетовые, и коричневые. А ты видел, что здесь есть ежи, у которых не острые иголки, а тупые? Да, я как видел. Макаронины. Ага, а зачем это? Не знаю. Может, они от старости? Да нет, такая модель. О! Огурец, огурец.
Сашка, а знаешь, что еще интересно делать? Сашкин. Знаешь, что интересно делать, Сашка? Что? Поднимать кораллы, смотри. Я сейчас подниму коралл, ты там... Ты удивишься, сколько там всего. Смотри. Давай. Готов? Там две морские ежи, звезды были, они сразу куда-то делись. Это подожди, это осьминог или водоросль? О, это звезда? Да. Смотри, она сейчас быстро побежит. Она живая? Конечно. Некоторые быстро бегают, а некоторые почему-то нет. Ого, как она... Ну, вот смотри. Я не могу сказать, что она быстрая, но по сравнению с морскими звездами, которые вообще ходить не умеют, она гонщик. Да. Не, я видел прям гонщика, который был еще быстрее. Я думаю, чем меньше звезды. Не быстрее. Вот быстрая звездочка, видишь? Нет. О! О! Морской обитатель! Здрасте, вы откуда? Да? Не может быть, мы тут 10. Кого ты видел? Морских улиток, ежей, огурцов и звезд. А раков морских, отшельников морских? Где? Да, смотри, вот он вчерашний, я его вчера видел. Оранжевый? Аркаша, ты сюда можешь сам подойти. Не выдумывай, пожалуйста. Янкин, смотри, какой красивый. Дай руку. Он, не бойся, он не колется. Да, я знаю. Классный, да? Фиолетовый. Еще бывают коричневые, какой прикольный. Блестящий такой. Вон, шевелит иголками. Угу. Он же перемещается ими. Прикинь, как ему медленно. Ходит? Да, он ходит, он медленно ездит ими. О, я вот, если так посмотреть, смотри, как будто там вот щупится и всего. Где ты его взял? Вот тут. Я говорю, я хочу всех отпустить абсолютно в том же месте, где я взял. Они без воды могут? Могут. Ну, какое-то время могут, конечно. Смотри, смотри, я смотрю, как она переворачивается. О, как прикольно. Опа. Как круто. Подожди. Морской огурец, на нем едут два рака-отшельника. А это кто такой? Ты кто такой? Да? Давай собирать огурцы? И будем солить, и бабе Гале пошлем. Нет. Она из них салатик сделает. Смотри, какой морской. Это не огурец, это морская какая-то груша. Ну-ка, потыкай его. Он такой же? Что это такое? Что это за картошка? Подожди, это же... Ты видел, какой у него этот? Это морское, это какая-то картошка. Он не отлепляется? Нет. А вот этого видел, который там, смотри, застрял? И вон тот. Смотри, какой большой. И вон еще. Ой, еще больше, чем я видел. Да. Аркаш, иди сюда, смотри, какой морской огурец. Он еще больше, по-моему.
Да. Видишь, по сравнению с моей ладонью. Аркаш, иди сюда, посмотри морского огурца. Ты его можешь тихонечко ногой потрогать, тихонечко только. Он знаешь, кем питается? Чем? Маленькими мальчиками. Которые... Просто которые. Которые нашлись. Которые его ногой трогают. Не, он плюнет на меня. Плюнет? Да. Ну и что? Плюнь на Аркадия. Ту-т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 у. Кто это? Рак-отшельник, конечно же. Покажи покрупнее. Сейчас, он еще не вылез. Ну, это те, которые морские, они не сухопутные. Сухопутные вылезают быстро, а морские они предпочитают вот так себя вести. Опять замерз. Где морской носатик? Да вон, у него нос, и он много делает. Ой, а кто это? Ого! А, это он так... Это у него такая... Нога у него какая-то. Вау! Янкин, смотри. Это... Подожди, это что это? Ты понятия не имею, что это. Он только спрячется опять. Так это креветка, мне кажется, там живет. Креветка? Или нет? Или это такой моллюск? Это моллюск. Это такой моллюск. О, какой красивый. Да, смотри, какой красивый. А с той стороны какой? Правда ядовитый? Да, он правда ядовитый, Сашка. Ну, я знаю, что... Ну что, Аркаша, тебе не холодно? А что у тебя за наряд такой красивый? Это папа мне дал. А-а-а. Чтоб ты не мерз? Да. Ясно. Это такая миниатюрная, и она охотится примерно как морские звезды. Показать? Приблизь. Обратно зум поставь. Давай. Она меня закрывает, все, я не могу достать. Она только липкая. Если, например, не дать вот кусочек водоросли. То что? Она ее, захватывает? Она ее прилепит и себе ее забирает. И свои щупальца вот так вот закрывает. Круто. Вот ага. Представь, дай мне водоросли или палец. Класс. Водорослями? Да. Молодец. Пошли. Пошли.